В Донецкой степи на 60-метровую высоту поднялись копры еще одной, самой глубокой шахты в стране. Правда, на этом месте с верхних горизонтов уголь добывается и сейчас, шахтами, построенными посланцами комсомола 50-е годы. Нижние горизонты угольных пластов здесь залегают на глубине 1,5 километра. И только в наши дни мощная отечественная горная техника позволяет на такой глубине разрабатывать уголь и выдавать его на гора. Сегодня в честь юбилея Ленинского комсомола молодежный коллектив стройки выполнил годовые задания. Досрочно освоено 2,5 миллиона рублей капиталовложений. С трудовым успехом шахтостроителей первым поздравил знатный проходчик страны, герой социалистического труда Виктор Васильевич Тащилов –